Ребята, сейчас мы будем выполнять упражнения для повышения уровня физического здоровья. Внимательно смотрите и повторяйте все движения. Упражнение 1. Приседание руки за головой. В этом упражнении будем укреплять мышцы ног. Исходное положение. Стойка ноги врозь, руки за голову в замок, спина прямая, на раз. Приседаем, на два. Исходное положение. Исходное положение принять. Спина прямая, локти в стороны. Упражнение начинай. Раз. Присели, таз назад. Два. Спина прямая. Раз. Присели, опора на пятки. Два. Локти в стороны. Раз. Вдох. Два. Выдох. Раз. Спина прямая. Два. Смотрим вперед. Раз. Вдох. Два. Выдох. Продолжай. Упражнение 2. Планка. Теперь укрепляем мышцы спины и живота. Исходное положение. Упор лежа от пола, туловище и руки прямые, ноги прямые вместе, голова прямо, смотрим на кисти рук, живот втянут. Исходное положение принять. Удерживаем положение. Раз. Держим 2. Руки прямые. 4. Живот втянуть. 6. Смотрим прямо. 8. Продолжаем удерживать. Еще немного. Отлично, молодцы. Упражнение 3. Жим из-за головы стоя. Сейчас будем укреплять мышцы спины и плечевого пояса. Для этого упражнения подготовьте палку или полотенце. Исходное положение. Стойка ноги врозь, полная опора стоп, спина и ноги прямые, лопатки сведены, палку или полотенце держим за головой, на раз. Жим вверх. На два. Исходное положение. Исходное положение принять. Лопатки сведены, полная опора стоп. Упражнение начинай. Раз. Вдох. Два. Выдох. Раз. Выпрямить руки. Два. Плечи развести. Раз. Два. Дышим. Продолжай. Упражнение 4. Угол. Это упражнение укрепляет мышцы живота. Исходное положение. Лежа на спине, спина прямая, руки прямые ладонями к полу, ноги прямые, носки тянем, на раз. Поднимаем прямые ноги до угла в 45 градусов. Далее удерживаем. Исходное положение принять. Лопатки сведены, руки прямые ладонями к полу, ноги прямые вместе. Упражнение начинай. Раз. Поднять прямые ноги. Два. Держим. Три. Тянем носки. Четыре. Дышим. Пять. Шесть. Семь. Ноги прямые. Восемь. Продолжаем удерживать. Отлично, молодцы. Упражнение 5. Бабочка. Завершим комплекс дыхательной гимнастикой. Исходное положение. Стойка ноги врозь, полная опора стоп. Ноги, спина и руки прямые. Исходное положение принять. Глубокий вдох через нос, руки в стороны. Делай раз. Выдох через рот, руки вниз. Делай два. Раз. Вдох, руки в стороны. Два. Выдох, руки вниз. Раз. Вдох через нос. Два. Выдох через рот. Раз. Руки прямые. Два. Голова прямо. Раз. Глубокий вдох. Два. Выдох. Продолжаем.